Олег, скажи, ты меня любишь? Это очень тупой вопрос. Давай неделю поживем, не знаю, там. Ты найдешь себе жилье, я тоже себе другую квартиру найду. На матрасе поспишь на кухне, тебе так подходит? Как скажешь. Так давай вообще никому не говорить, ладно? Сонный след летящих птиц, плывущих сквозь... Я понимаю, почему ты меня так ненавидишь. Тебе стыдно за меня все время. Перед родителями твоим стыдно. На работе, наверное, тоже. Меня зовут Виталий Сергеевич Головко, я ваш новый начальник подстанции скорой помощи. И хотелось рассказать, как мы будем с вами жить дальше. Как властелин слава. Мы жизни спасаем, нельзя все делать по инструкции. Вот мы и делали сами, как считали нужным. Ребята, уберите руки, она никуда не поедет. Брат! Просто я ее реально толкнул сильно. Вообще ощущение, что ты живешь, я не знаю, на какой-то другой галактике, Олег, до которой я просто устала лететь. Устала. Что же вы так долго ехали-то? Давай хотя бы на время, хотя бы на несколько дней перестанем друг друга уничтожать.